Так, продолжаю. Та запись остановилась. Да, потому что лимит. Я сейчас чуть-чуть за временем не уследил. А так. Профи, да? Пошел в сраку. Профи. Ты это, на кого тут бочку катила? Ну давай сейчас за картой сокровищ сгоняем. И бежать встречи. Отстрелил бошку. Погнали. Карта сокровищ, так же карта сокровищ. Погнали. Не зря я на невидимую херню взбрался. Найдите клад зарытый в этом районе. Капец, этот райончик. Надеюсь, склад того будет стоить. Убираем количество. Мужики, я за кладом. Как бы это бы ужасно бы не звучало. В современном мире желательно это не озвучивать. Thank you.
Давай, давай. Какая-то вот, если в прошлый раз можно было копать вглубь, тут как-то не так. Тут мы копаем вдоль. Давай же. Уже, честно, даже как-то лень. Ну, клад должен быть крутой, если... Если он был в летающем контейнере. Давай, 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 давай. Ёб твою. Наконец-то. Бобы. 3000 монет. 2 гранаты. Можно было и лучше.
Торговец, ведь ты, видимо, тоже приезжаешь продать. У меня какие патроны я использую. Ага, 9 миллиметров тоже. Ладно, муравью. Муравей Джой, дорогой мой друг. Если бы это ты, если бы не ты, я бы не смог бы выжить в этом городе. Так, ладно. Двое бобов и двое воды. Не знаю почему, но я хочу помочь этому человеку. Чувак, так. Мне нужны бобы и вода. Ты толкаешь чистое оружие. Капец ты, жук. Так, для интереса. Сундучок. Сюда. Как бы есть и одна вода. Блять, одна вода? Одна. И никакого строгашей нет воды. Блять. Еще раз проверю. Муравью нужна вода. И бобы. Он сказал, я сделал. Нет, ладно. У того торговца просто вода. Одна фляжка воды. Одна. Я куплю за любую цену. Лишь бы помочь пидорасу. Сука. Погнали. Сейчас мы будем наказывать. Ох, сейчас мы будем наказывать. Так, сначала попробуем вот так.
Да? Лазерное оружие, да? Летучие мышки? Пока. Был пацан, и нет пацана. Товар найди. Девочка зовут какого-то Максима. И Маша, видимо, этого Максима очень часто поставила ее на место. Блин, Маша, я заморожен. Вроде бы неплохое, нужно приручиться. На руках будто нет оружия. Нет тяжести. Жаль, конечно, мужика, но что поделать. Жизнь зомби-апокалипсиса такая, что или ты, или тебя. Тут вообще близко нужно. Чтобы хотя бы немножко больше без пленкера, это урон хороший, наносимый. Кто это? Это я. Чего? Взять кусок железа.
Конечно, лучше в мусор. О, еще вода появилась. Легко. Ну, понятно, первые миссии всегда будут легкие. Но все-таки. Найдите потерянный отряд солдатов. Я почти умер. Да, блядь, против этого чувака? Ну, блядь, что хорошо работает. Так, куда мне идти? Пум-пум-пум-пум-пум. Не знаю, смогу я сейчас выбраться. Беги. Это было жарко. Чего их тут много-то? Блин, в тулу еще вообще никакого урона. Только нужно взять. И голову. Да, в тулу еще туда в молоко стрелять. Через пиу-пиу будем делать. Пиу-пиу-пиу. Тополиный пух, маска, пиу-пиу.
Ночи такие темные. Дорогие мои друзья, пошли в жопу. Жаль, конечно, вас, но что я могу поделать? Прискорбно, что солдаты, защищающие родину от зомби, погибают столь ужасной жизнью. Сидите за миномет. За миномет это хорошо. Красота, блин, за минометом я еще не сидел. Была собака, и ее не стало.